очень сильно спасло именно вот за счет вот этой вот олифа вязаного. Мне он очень-очень-очень следующая вещица. Это такое платьишко, но супер-пупер мини-короткое платьишко. Состоит из двух вещей. Это такая прозрачная штучечка с открытыми плечиками. Крупная вязка по краю. Такая сеточка. Основной материал с такими объемными лепесточками. Просто базовая такая маечка, а маечка довольно длинная, прикрывает попу, то есть в принципе можно носить это как оно есть, но я не такая смелая, скорее всего эту штучку я буду тоже одевать в отпуск, но с шортиками, мне кажется, это будет очень интересно смотреться. Или просто подобрать чуть более длинное базовое платье. Платье типа майка, но чтобы оно закрывало чуть больше, и можно носить это соло, безо всяких шортиков.